Привет, мои хорошие, с вами Светлана и Ксюша. И сегодня у нас обзор покупочек Фикс Прайс. Здесь много покупок, давайте приступим. Первое, что хотелось бы показать, мы взяли новую кофточку, и стоила она 99 рублей с длинным рукавом. Вот так она выглядит. Были различные расцветки, и голубенькие, и салатовые, розовые, желтые. Это у нас 100% хлопок. Вообще супер. 99 рублей. Вот как она выглядит. Мы ее одели, даже с размерчиком не подрасчитали. Она у нас получилась и длинная, и рукавчики подвернули. Приятная к телу очень. Дочь сказала, красивая, да? Садись. Еще мы взяли вот такой вот кухонный полотенчик. Я их, кстати, беру в Фикс Прайсе не первый раз. У меня есть розовые. Это 55 сантиметров. И размер его 32×74. Так, махровое полотенце, состав 80% хлопок, 20% полиэстер. Вот этикеточка. Очень хорошие полотенчики для кухни или даже вот, смотрите, какой большой, лицо вытирать. Мы такое полотенце используем, Ксюша, и для головы, да, для волос у нас розовенькое. После стирки ведут себя они тоже замечательно, поэтому почему бы и нет. Который раз берем вот такую вот упаковку сливочных пирожных Тимми, которые очень по вкусу похожи и по составу на Киндер Пингви. А здесь их, по-моему, 8 штук, да. А 10, это большая упаковка здесь, смотрите, 10 штук, и стоила она 77 рублей. Мы после этого зашли в Магнит и посмотрели там цену. Такая маленькая пачка в Магните стоит 89. Поэтому на них в Фикс Прайсе самая выгодная цена, всегда закупаемся ими там. Еще у нас в покупочках детская зубная щетка, тоже очень любим брать их в Фиксе. Стоят они там, по-моему, 27 или 55. Сейчас я найду. Зубная щетка, девчонки, стоила 47 рублей. Вот так она выглядит. Здесь всегда есть подарочек, какая-нибудь игрушечка. В данном случае это мишка. Расцветки там разные. Зеленые, розовые, голубые, синие, черные. Вообще какие хотите. Открываем? Да. Держи. Она вот так открывается. Распаковали нашу щеточку. Вот так она выглядит. Давай покажем поближе. Нормальная обычная детская щетка 3+. Очень удобная. Сзади и спереди вот в этом месте просиликоненная ручка. Да классная. Да, и вот Мишутка. Подарочек. Ну, приятно такую зубную щетку ребенку покупать, как бы. И ух, нифига себе. Он головой крутит. Он еще и функционал. Вообще круто. Держи. Мы купили вот такой вот вискас, который тоже частенько берем для своих котов в Фиксе. У меня почему-то по чеку 67 рублей, но это у меня, наверное, уже со скидкой по карте, а так он, наверное, 77. Это нормальная цена, и в других магазинах тоже встречается дороже. Туалетная бумага Папе, уже много раз вам ее показывала. Любим, почему? Потому что здесь 3 слоя, и она довольно экономичная, в принципе. По сравнению уже с Зевой, это точно стоит 99 рублей 6 рулонов. Держи. А, батарейки у меня по чеку, девчонки, 47 рублей. Это мизинчиковые батарейки. Вот, 55. Значит, это вот по скидочке у меня уже. А так они стоят 55. Мизинчиковые батарейки. Взяли их именно для портативного увлажнителя из Фикса, которым нам очень нравится играться. Да, мы вот так вот прям вот очень любим. И я, и дочь увлажнять свою кожу лица. И, кстати, пробовали добавлять туда масла. В принципе, туда можно добавлять все что угодно. Фильтр не забивается, все нормально. Влажные салфеточки Котте мы берем тоже всегда. Маленькая упаковочка, в которой 20 штук стоит 18 рублей в Фиксе. И большая упаковка 140 штук с очень удобным клапаном. Нам их так надолго хватает, потому что мы выросли уже из такого возраста, когда мы сильно очень пачкаемся. Поэтому на месяц хватает точно. Салфетки классные, хорошо пропитанные, большие. Замечательно пахнут, и плюс в том, что они детские, а значит более или менее безопасные. Еще мы купили там клей ПВА. Для чего мы его купили? Для слайма. Что мы с ним будем делать? Делать слайм руками. Да, мы будем впервые делать слайм. Клей ПВА у нас стоит 21, у меня почти 25, наверное, рублей вот такой вот клей. Это нормальная цена. Держи. 85 покупку грамм. Не первый раз. Что это? Трафарет. Трафарет мы очень любим. Здесь в комплекте вообще должна быть. Здесь почему-то я не вижу. Деревянная палочка, но у нас они есть, благо, много. Маникюрные. Раньше, по-моему, была в комплекте. В общем, это трафареты. 55 рублей они стоят в Фиксе, да, Катя? Да, вот, 55 рублей.
Здесь много черных листов, вот таких, рисуя на которых, давай сейчас чем-нибудь изобразим ножницами, получается очень красиво. Мы, кстати, делали прям целый коллаж из этих листочков. Мы рисовали красивые картины, как бы складывали вместе. Но я один листик покажу. Вот, допустим, здесь, здесь. И там это все разноцветное, будет разных цветов. То есть вы стираете, получается, вот это черное защитное покрытие, добираетесь до красивого цветного, и таким образом можете рисовать. Это очень забавно, только имейте в виду, когда ребенок рисует, то получается много чего? Рисунка. Грязи. Грязи. И рисунков много получается, и грязи, потому что все вот это черное с листа слезает и сыпется вокруг. Поэтому сажайте ребенка за стол, и потом уже будет более-менее чисто. Только со стола придется стирать. Здесь есть, кстати, образцы, как можно и что рисовать. Вообще вещь классная. Мне самой это очень нравится. Держи. А, скребок тут должен быть. И где же он? Скребок. Нету, представляете, нету. Тут написано блокнот для создания гравюр. 16 листов плюс скребок плюс 3 лист с трафаретами. Здесь нет ни скрипка, а вот лист с трафаретами есть. Я же помню, они должны быть. То есть вот вы выдавливаете фигурку, это у нас, допустим, китик. И по нему обводите и раскрашиваете. Ну, занятно. Держи. За 55 рублей развлечение, которое как бы не на раз. Такие пакетики для завтрака мы берем всегда, но точнее они у нас идут... А, да, для завтраков. Раньше я брала такой плотности пакеты для замораживания, потому что обычные, ну, тонковаты. Они с рисуночком, биоразлагаемые, размерчик, вот, вот кончается пакетик, где мои руки. Нормальный размер, как бы все влезает. Такие пакеты всегда в доме нужны, и где же их купить, как не в Фиксе. Следующая очень интересная покупка, это Окси. Это Окси у нас без хлора, как они пишут, средство для стирки, а для черного и цветного белья. Окси или Окси, Окси вообще, по-моему. В общем, я видела, девчонки, много обзоров, и многие блогеры очень хвалят вот это вот средство, особенно в желтой упаковочке и особенно в белой даже. В нашем Фиксе было только оно, сиреневое, и мне очень интересно его потестить. Содержит энзимы, активный кислород, сохраняет первоначальную яркость и насыщенность цвета, эффективно выполаскивается, не содержит фосфата и хлора. Объем колпачка 50 мл, а здесь 1,5 литра, то есть это очень экономичное средство, 99 рублей. Мне и за 50 рублей гель для стирки Фикси нравится, уж посмотрим, как зайдет этот. Пахнет здорово, кстати, пахнет свежестью, цветочками, мне кажется, даже чуть-чуть лавандой может быть. Классно, да? Вообще здорово пахнет, поэтому буду пробовать этот порошок и в пустых баночках порошок. Жидкость для стирки. И в пустых баночках вам расскажу. Держим. Ну, мы взяли там перекись водорода, которая тоже всегда нужна за 12 рублей. И обычный флакончик, мне кажется, в аптеке дороже. Очень нам понравились новинки, декоративные свечи. Столбик. Ароматические. Вот так выглядит эта свеча. И стоила она, мне кажется, 99 рублей. 55, представляете, стоила эта свечка. Это нормальная цена. 25 часов она горит, написано. Вау! А производит ее у нас Рязанская область. Ну, все как бы нормально. Она потрясающе пахнет. Просто вот, ну, нереально круто. Бежевые пахнут, знаете, таким машинным ванильным... Не ставь пока, я еще хочу понюхать. Ванильным ароматизатором. Ну, приторно, очень приторно и неприятно. Сиреневые пахнут лавандой и другими цветочками, классно. А вот этот вот аромат самый насыщенный, ягодно-цветочный. Здесь нарисована вообще малинка, ежевика, черника. Ну, очень здорово пахнет. Насколько она будет пахнуть именно в процессе горения, тоже вам расскажу позже. Ну, и самое интересное напоследок, я взяла маску из серии «Коктейл Бьюти Пати». Вот так они выглядят, наверняка вы уже их видели и встречали. Я брала много тканевых масок Фикси, но вот из этой линейки беру впервые. Очень хочется затестить. Стоит такая масочка себе не хухры-мухры, а 77 рублей. Это довольно приличная цена для тканевой маски, поэтому я жду от нее чудес. А зелененькая у нас баланс и свежесть. 3D-маска для жирной комбинированной кожи, для моей.
Причем я, кстати, не обратила внимания, когда брала, угадала, слава богу. Сочный аромат, нежная ткань, идеальная кожа, яркие эмоции. Этюд Органикс. Мохито. Буду тестить и в пустых баночках тоже вам расскажу. А, нет, мы с вами обязательно снимем обзор на эти средства, все косметические, которые я приобрела. И вы увидите в ролике «Фикс прайс – это трэш». Будем тестить с вами вместе. И дальше у меня целых 4 продукта серии «Сейдо». Вот так выглядят они. Очень уж мне хотелось их потестить. Очень-очень хотелось потестить вместе с вами, но в отдельном видео. Сейчас мы просто посмотрим. Во-первых, я взяла пилинг-скатку, потому что видела, что ее очень нахваливают. Пилинг-скатку я очень обожаю, и ее можно применять летом аккуратненько на ночь. Если пилинги обычные зимой, то пилинг-скаточка вообще зайдет как нельзя лучше. Заявлено, что здесь у нас фруктовые кислоты для всех типов кожи. Смягчают, увлажняют, очищают, тонизируют, повышают эластичность. Делают поры менее заметными. Пилинг-скаточка. Вообще здорово. На сухую очищенную кожу лица нанести небольшое количество средства, избегая области вокруг глаз и губ. Через 1-2 минуты помассировать кожу. Ну, как обычную скаточку, всегда где-то минут через 2. Массируем, комочки появляются. В общем, будем с вами вместе тестить. 50 мл. Вот такой вот флакончик. Погнали дальше. Очень мне было интересно попробовать витаминный коктейль тоже марки Сейдо. Это, по-моему, Рязань или Казань? Казань, наверное, да, Сейдо у нас. Мне вообще нравится там тоник для лица, он матирует. Нравится их умывалка. Сыворотка для лица с микрогранулами, витамин В3, увлажнение. Экстракты ламинарии, вообще огонь. Просто огонь должно быть. Не будем вдаваться в подробности. Протестим потом. Интенсивно увлажняет, питает, насыщает кожу витаминами. Красивучая до невозможности. Флакон пластиковый. Ну, как бы на этом и сэкономили, потому что марка-то бежит. Смотрите, какая она густая. Она вообще даже не мур-мур. Стоит на месте. Не знаю, как она будет давиться. Посмотрим. Держи. Следующий продукт – это жидкие патчи «Экспресс уход» для зоны вокруг глаз. Я видела на них как отрицательные, так и положительные отзывы. У многих было сильное жжение, у кого-то как бы нормально терпеть можно, кому-то прям они супер понравились. В общем, лучше попробовать один раз самой, чем смотреть 1000 отзывов. Устраняют они у нас от темных кругов и отеков под глазами, я взяла. Разновидностей всей вот этой вот приблуды для лица там очень много. Так же, как и патчи, и сывороток для определенного вида кожи и эффект, который вы хотите получить. Значит, здесь у нас жидкие патчи для зоны вокруг глаз от темных кругов под глазами. И тоже такой флакончик, как и у сыворотки. Смотрите, сколько здесь пузыречков. И такая же консистенция, прям очень густая. Держи. И четвертый продукт марки Сейдо очень мне хотелось взять для рук и тела крем-масло Карите. Все это затестим тоже с вами в отдельном видео, но посмотреть хочется. Ой, как здорово! Прям на диван. Нет, на расческу, слава богу. Вот такая розовая субстанция. Довольно густая. И пахнет здорово. Пахнет йогуртом. Вкусно, прям. Йогуртом, прям вот таким вот классным йогуртом. Мне очень мне нравится запах, вообще потрясающий. Будем тестить. Ну и на этом все. Вот такие у нас были покупочки Фикс Прайс. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Много лайков. Много лайков. Спасибо за просмотр. Мы с вами прощаемся до следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.